Другим темам. 132 миллиона рублей выделили из областного бюджета для проведения интернета в сельские районы в нынешнем году. Это позволит подключить более 2000 домов и более 107 социально значимых объектов – школ, ФАПов, библиотек и сельских администраций. На этот год 485 километров запланировано и 50 точек доступа с акцентом. Ну, понятно, что он от района к району каждый год, так сказать, переходит. В этом году у нас акцент на Тогучинский и Болотинский районы. Там будет введено 27 точек доступа. Областной проект 500+ охватывает населенные пункты, где проживает от 500 до 1000 человек. На данный момент 137 сел нуждаются в доступе к интернету и качественной сотовой связи. В целом, наша область лидирует по количеству введенных в эксплуатацию точек доступа среди регионов Сибири. Областное правительство реализует программу устранения цифрового неравенства совместно с одним из крупнейших региональных провайдеров, который в том числе инвестирует собственные средства, чтобы сельские жители получили доступ ко всемирной паутине со всеми ее возможностями для общения, получения госуслуг, образования и так далее. 2015-2016 годы компания собственных средств вложила более 150 миллионов, из которых заменили 73 аналоговых сельских станций суммарным количеством портов более 8 тысяч. Плюс дополнительно построили к 18 населенным пунктам оптоволокно. И вот за прошедшие два года, вот благодаря синергии УЦН, ресурсов областной администрации и ресурсов компании Ростелеком, количество сельских АТС, которые у нас на оптике, стало 52%.